Арестованный в Лондоне Джулиан Ассанж направлен в тюрьму для особо опасных преступников. Об этом сообщают сразу несколько информагентств со ссылкой на свои источники. В заключении австралиец ожидает приговора по делу о воспрепятствовании правосудию, а также решение по запросу на экстрадицию в США. Защита настаивает, что выдавать Ассанжа нельзя, поскольку основателя WikiLeaks преследуют из-за публикации в интернете американских дипломатических документов и называют это опасным прецедентом для журналистов, которые пишут о США. За делом австралийца следит Верховный комиссар ООН по правам человека.